До выборов трех различных уровней депутатов городской, Тюменской и Государственной дум остается ровно месяц. Подготовка ведется во всех направлениях. Немаловажная роль отведена добровольцам, которым предстоит оказывать помощь избирателям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям. Накануне волонтеры собрались для того, чтобы обсудить некоторые моменты. Я выбираю Ямал. Так называется окружной проект помощи волонтеров в день выборов. Реализуется второй год. Важность и значимость его не переоценить. Но это еще и огромная ответственность. В день голосования и у меня, и у председателя участковых комиссий по 3 телефона будут разрываться. А люди, помощь которым нужна, они еще очень негативно, очень с большой обидой воспринимают недостаток внимания к себе. И нам бы очень хотелось, чтобы ваша работа принесла этим людям не просто помощь, а еще радость от общения с вами, радость от того, что они смогли прийти на избирательный участок, принять участие в голосовании. Не так-то просто быть волонтером. Нужно знать множество нюансов. Во-первых, что можно делать волонтеру, а что нельзя. Для этого разработана памятка. Во-вторых, необходимо соблюдать определенную этику при общении с избирателями-инвалидами. Присутствующим волонтерам на примере показали, как делать нельзя. Нюансов много, начиная с того, что нужно представиться, и заканчивая тем, что расположиться желательно так, чтобы глаза собеседников были на одном уровне. Свои требования при общении со слабовидящими и слабослышащими. В общем, волонтерам предстоит непростая работа, но специалисты им помогут. Впереди у добровольцев знакомство с членами участковых избирательных комиссий и семинары по избирательному праву.